Дорогі друзі, телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Ані Тарашевська. Як сакральне мистецтво впливає на сучасне життя, ми з вами дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі. Духовність навіть теж воспитується, як і культура. Ви знаєте, що культура з латинського переводиться як воспитання, вирощування, длительний процес. Художники і прошлого, і настоящего, вони намагаються через зрительні образи эти основные идеи христианства донести до нас, до современников. Изначально в украинской церкви деревянная скульптура пришла из костелов в 17 веке. Каждая работа – это определенный процесс в определенное время. Да? То есть ты о чем-то думаешь, о чем-то мыслишь. Спадщина и відродження – вони взаємодоповнюють один одного. А наскільки, ви зможете дізнатись саме зараз. Господа, продовжуя пасхальну тему, ми знову з вами в Николаївському художественному обласному музеї імені Василія Верещагіна. Здесь замечательная выставка. Это возрождение и наследие. И я хочу предложить вашему вниманию познакомиться с наследниками, потому что если не будет наследников, то не будет и возрождения. И вот люди, которые причастны и к возрождению, и к наследию нашей страны. Ну а, конечно, глава всего – хорошо вам известный Сергей Николаевич Разляков. Сергей Николаевич, будьте добры, представьте, пожалуйста, нашим телезрителям ваших наследников, вернее, не ваших наследников, а наследников, ну, наследников. Да, ну вот слева от меня сразу Юрий Дробинский стоит. Это современный мастер, который сегодня работает очень активно и много в деревянной пластике. А рядом с ним стоит Стас Кобусов, это коллекционер, ну вот тех раритетных древних вещей, о которых мы сегодня будем говорить и показывать зрителям нашим. Вот эти вот замечательные вещи, вы видите их за нашими спинами. Станислав, будьте добры, а что побудило вас стать коллекционером? Ну, по наследству пришло такое. У меня отец, потом, я как бы потомственный коллекционер, потому что у меня отец, ну, всю жизнь коллекционировал вещи. И как бы у меня еще с детства я уже общался как бы с коллекционерами, с отцом ходил на собрания коллекционеров, участвовал, ну, как бы присутствовал в всех обменах, увлекся, заразился и сам уже создал коллекцию, начал собирать. Ну, вот одна из первых, это как раз деревянная скульптура. Господа, вы понимаете, вот каждой этой скульптуре, то есть экспонату из коллекции нашего героя, ей уже, ну, за 200 лет, да, Станислав? Ну, вообще, это представлена здесь барочная скульптура, и она вообще делилась на три этапа, три периода. Это с 1740-го, потом с 40-го по 70-й, 700 и с 1770 до конца века 18-го. Вот здесь как раз вот этот вот ряд, это поздний 18 век. А вот это самые интересные вещи, это вот как раз скульптуры, да? Ну, вот, вот это вот и это и вот это. Это, это как раз относится к кругу мастеров Иоанна Пинзеля. Ну, Иоанн Пинзель, это, ну, всем известно, алтарный мастер, который творил в 18 веке во Львове. Ну, его слова... Он творил для католических костелов, да? Да. Именно вот это, ну, здесь представлена деревянная скульптура украинская. Ну, изначально в украинской церкви деревянная скульптура пришла из костелов в 17 веке. Сейчас вот этот, вот это, ну, кроме вот этой, вот еще, посмотрите, пожалуйста, вот это из украинской церкви. И вот именно круг Иоанна Пинзеля, вот здесь что очень интересно, что для каждого художника был уже создан определенный канон, которого он должен был следовать. Ну, огромный, серьезный мастер, он не может постоянно делать одно и то же. Ему для того, чтобы расти, ему надо что-то изобретать, что-то свое вкладывать. И на иконах нельзя было подписывать, потому что это как бы кощунство подписывать авторство. И на скульптурах нельзя было подписывать. И они как выходили? Еще с эпохи Возрождения мастера делали своих знакомых. Это или были любимые их, или матери, или священники, или тот, кто заказывал это. Вот в этом, как херувиме, вот что интересно, вот посмотрите лицо, это вот четко здесь просматриваются портретные черты. Изображал или настоятеля монастыря, или даже, может, сам себя, резчика, вот изобразил.
У Пинзеля точно так же это, ну... Угу. То есть запечатлеть некоторые... свои черты даже в скульптуре. Да, 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 да. Вот во многих еще знаменитых у Леонардо да Винчи, во многих с эпохи Возрождения, они именно к этому, как бы, можно сказать, не афишировали, прибегали. Такой, ну, как бы, отход был такой. Не афишировали, но так тонко свои черты запечатлеть на века, друзья мои. Ну, а что здесь плохого? И действительно, я предлагаю вам сейчас, чтобы вы посмотрели, телезрители, эти удивительные скульптуры, ну и прониклись, конечно, духом времени. Будьте добры, Станислав, итак, вот эти скульптуры, которые сейчас посмотрели наши телезрители, они принадлежат именно украинской культуре, а вот за нашей спиной, дорогие друзья мои, это уже немножечко другая культура. Это вот здесь просто мне в коллекцию попалось три вещи. Это русский север, это Пермский край, вот именно вот эти три: Иисус Христос в темнице и голова ангелов Пермь, 18 век. Это очень интересное. Они вот очень резкие, своеобразные, тоже как бы народное искусство, такое уже русского севера. Но в принципе, если сравнивать, то прослеживаются характерные черты и особенности одного и того же стиля. То есть, ну, все было в принципе вместе раньше еще. И, ну, поэтому как бы не очень сильно можно отличить от украинского. Ну и самое главное, что в украинском точно тоже есть такие же образы: Иисус Христос в темнице. Просто здесь его нет. Но вот это очень, как бы, очень интересный, очень редкий образ. Вот три вещи. Вот это и там складень 17 века. Это вот русская. Ну, как бы, ну, представили. Хотя выставка называется «Украинская скульптура», но вот три представлены русского севера. Русский север – это все равно наши братья по вере, братья и сестры по вере. Ну, конечно, для православного христианина скульптура – это не очень свойственно, но, тем не менее, коль скульптуры есть, значит, люди выражают свою любовь к Богу как могут, правда? Да, ну, тем более, что для верующего человека они смотрят уже не как на произведение искусства, а уже смотрят на образ. Я видел на многих православных церквях, допустим, висят католические распятия и наоборот. Ну, есть такая вот, они, в принципе, не сильно отличаются, но просто католическое от православного отличается, что только две ноги одним гвоздем пробиты, а здесь там двумя. То есть различие небольшое. За каждой этой, ну, культура есть, конечно, религиозный миф, религиозный рассказ, религиозная принадлежность к определенному культу, к определенной религии. Потому что это все библейские персонажи. Очень интересно, и за каждым персонажем очень интересная история. Давайте пройдем в следующий зал, друзья мои, и посмотрим, там тоже есть замечательные экспонаты. Пойдемте, посмотрим. Ну, Сергей Николаевич, будьте добры, теперь вы молвите слово. Это вот, смотрите, это уже совсем другое. Там были деревянные, такие очень древние, а здесь тоже древние, и тоже деревянные, и такие грустные. Ну, они не грустные. Дело в том, что скульптура, которую вы видите перед собой, она более поздняя. И она, видите, хорошо сохранилась раскраска. Вообще, это древняя традиция очень, идущая еще со времен античной цивилизации, из античной культуры. Она пришла в христианство. Скульптура, как правило, раскрашивалась. И вот здесь мы видим хорошо сохранившуюся не только работа самого скульптора, но и того художника, который ее раскрашивал. Кстати, не обязательно это мог быть скульптор, мог быть живописец, потому что мы вот здесь вот на этой выставке таким, конечно, фоном проходит иконопись, но она тоже ведь очень интересная. И фактически здесь представлены два основных вида изобразительной деятельности художников. Это трехмерная объемная пластика и, в общем-то, плоскостное изображение
красками на иконах. Иконы тоже очень интересные. Они дополняют и взаимодействуют вместе с этой скульптурой. И, между прочим, если вы внимательно присмотритесь к лицам, у них совершенно разные выражения. Это может быть выражение и умиротворения, вот как у Богородицы. Это может быть выражение, ну, какой-то любви к человеку. И это есть ведь одни из главных заповедей христианства. Ведь все христианство, по сути, укладывается в Нагорную проповедь Иисуса Христа. Там все практически изложено. И вот художники и прошлого, и настоящего, они пытаются нам через зрительные образы вот эти основные идеи христианства, этого великого действительно учения человечества, донести до нас, до современников. Да, эти сделанные работы были в свое время, они были доступны для людей XIX века, но сегодня ведь человек изменился, сегодня мир усложнился, и, наверное, по праву и художники пытаются найти новые формы, потому что, ну, опять-таки, диалектика, все течет, все меняется. Но вот для нас главное, чтобы сохранялась духовная сущность христианства. Мне кажется, вот на примерах работ старых мастеров 18-19 столетия и вот современных работ, в том числе того же Юрия Дробинского или Юрия Макушина, сохраняются эти традиции духовные, сохраняются. Вот. Я думаю, что это главный вывод, который должны сделать посетители из этой выставки, на которую я всех приглашаю, потому что духовность, она ведь тоже воспитывается, как и культура. Вы знаете, что культура с латинского переводится как воспитание, выращивание, это длительный процесс. Надо посетить много выставок для того, чтобы стать культурным человеком. Вот я к чему клоню. Телезрители, поэтому мы и предлагаем вам всегда посещать выставки, чтобы быть культурными людьми. Господа, и вот мы уже в другой половине зала, и здесь совершенно другой дух. Другой дух. Какой дух, Сергей Николаевич, прежде чем слово Юрию перейти? Дух, наверное, 21-го столетия. То есть прошло не одно столетие, и вот сегодня мы видим работу современного художника, который оперирует уже формами, которые сегодня подсказывают ему мировоззрение, окружающий мир, то, что вокруг нас происходит. И он, в общем-то, очень интересно работает. И в христианской тематике, кстати, не только в христианской. У него прекрасное есть обращение к Триполю, к тем культурам, ну, о которых, в общем-то, даже в XIX веке еще практически ничего не знали. Видите, у нас нарастает информационный поток. Значит, современный человек очень много знает. Ему вообще сейчас легко забраться там в интернет и посмотреть все, что угодно. Информации очень много, человек не всегда с ней управляется, не всегда управляется правильно. И вот мне хотелось бы, чтобы Юрий сказал о том, как он вот чувствует христианство, помнит ли он вот то, что давала и та же Нагорная проповедь, и вот то, что мы видели в эмоциональных образах и в образах сдержанной христианской пластики, она тоже очень разная. Мы видели в первой рекреации, во второй рекреации абсолютно разные решения, потому что разные художники. Там 18 век, здесь 19 век был, а здесь уже 21 столетие. Это другое решение совершенно. Кардинально отличаются. Ну, Юрий, рассказывайте, что вы помните, рассказывайте. Что я помню, ну по христианским мотивам, естественно, там много сюжетов различных, это библейские, естественно, но переводя его через свое сознание, через перцепционную память, через воображение, через все это выливается в образы более условные, абстрактные, потому что, чтобы прочувствовать всю, ну, скажем так, силу мысли, да, то есть, чтобы расшифровать работу, нужно где-то ее
немножко подать в более декоративном виде или условном виде, чтобы форма и образы читались на расшифровку тематики. В том числе вот работа «Мадонна с младенцем», ну, опять же таки, это очень мотив, который практически к нему каждый художник подходит по-своему, и он тоже, можно сказать, напрямую связан, да, с библейской темой, с христианством. Так вот, там я углубился уже в решение с мыслями и образом, где находится, что чувствует Мадонна по отношению к ребенку, какие ощущения. Вы постарались поставить себя на место Мадонны для того, чтобы еще более образно передать этот образ. Да, ощущение вот, противостояния, где есть плавные линии, и одновременно противостояние идет с более геометризованными, то есть какой-то вот то есть, духовность, как она побеждает, да, то есть какой-то вот как она входит в человека, какие вот у него мысли возникают, и как она его перерождает. Поэтому вот и такой вот философский подход и в абстрактных, и в разных формах можно увидеть в работах. Кстати, очень тоже я использую часто лейтмотив материнства, то есть опять же таки вот от Мадонны пошло, хотя в принципе было и до серии работ, как «Годування немовляти», «Купання немовляти», дальше «В очікуванні дива», то есть когда два голубя прилетели к девушке именно в ожидании чуда, да, то есть мы видим как бы процесс до рождения, после, то есть этот, помимо этого есть серия работ самих девушек, их темперамент, их, ну, скажем так, что они чувствуют, как они себя показывают. Где-то уходят в себя, где-то наоборот показывают, какие они красивые. Ну, конечно, наши девушки лучше всех. А вот знаете, интересно, Станислав, вот вы собираете древние скульптуры, и мы сейчас были свидетелями вашей коллекции, а сейчас мы перешли в такой современный зал, украшенный работами Юрия. И вот вы, который весь в древности, а современность как вам? Ну, честно говоря, просто сравнить даже вот так. Не то, что не сравнить, если бы у меня немножко было место, это самое, в доме. Вы бы взяли в коллекцию. Конечно, да, если бы у меня дома было место немного, я бы, конечно, Юрину работу с удовольствием приобрел, особенно, ну, есть очень хорошие вещи, которые мне больше нравятся, чем какие-либо, очень хорошие, очень интересные, самобытные, которые... А скажите, вот они не выбиваются из общего духа, например, даже вашей коллекции, но если сейчас мы говорим о христианстве, то именно из общего вот того старинного духа христианства? Нет, они не выбиваются, просто, ну как, какая тематика, ну вот немножко вот это, вот, более современная, там бегуны, а она не выбивается, в принципе, именно как бы... Грань есть, вот эта нить, которая как бы соединяет эти два. Потому что, во-первых, это одно и тот же материал, один и тот же дерево. И само по себе, каждый человек, когда мастера 18 века творили, они, в принципе, что? Они вкладывали туда душу, они вкладывали туда сердце. Точно так же мастера наши, которые их накладывают, они просто сидят и режут там какие-то там с заготовки, с какого-то там, они это все должны выстрадать, они все должны это в голове понять и потом это изобразить. То есть, в принципе, один и тот же процесс. В 18 веке они испытывают точно такие же ощущения, как и... Как мастера в 18 веке. Юрий, много страдаете? Ну, судя по количеству работ, то страдаете вы постоянно. Ну, вообще, творческий процесс – это поиск. Вот, поиск себя, поиск себя и в окружающем мире, да, то есть твои мысли, которые ты... Если бы я не делал эти работы, я не знаю, что бы я делал с этими мыслями в таком количестве. Каждая работа – это определенный процесс в определенное время, да, то есть ты о чем-то думаешь, о чем-то мыслишь в определенный период, отрезок времени, и оно рождается, как тот же ребенок, то есть вот, в течение месяца, или двух, или трех месяцев, или года может работа делаться.
создаваться. И то есть ты как бы чувствуешь, что они все твои дети, эти работы. Кстати говоря, во многих работах очень есть интересные находки. Вот я вас могу подвести сейчас к образу Мадонны, где вместо Христа яйцо золотое. Образ очень интересный. Яйцо – это образ, ну, по сути, дохристианский. И здесь вместо вот ребенка он, видите, кладет на колени будущей Марии, матери, вот это вот яйцо золотое, от которого исходит сияние. То есть оно явно божественное. Это божественное проявление. Это очень интересный образ и нестандартный, и вообще работа интересная. Поэтому вот такие вот находки, они практически в каждой работе есть у художника. Что он действительно, когда работает, очень много думает, он читает, он размышляет. Причем это такое состояние, когда нет времени, значит, досуга, свободного. И он когда обедает, и когда ужинает, и когда спит. Да, художник, да, конечно, он работает постоянно над этим образом. И поэтому очень часто находки совершенно неожиданные, вот как вот это, например, очень интересная находка. И таких находок, повторяю, много, в том числе вот там, я говорю, не только христианская тематика здесь представлена у Юрия, у него и, вот я уже говорил, Триполья называл, очень интересные работы, и со скифами связанные, это другая цивилизация, уже такая ираноязычная цивилизация, более поздняя, ну и современная. А самое главное, что это все духовный мир художника. Он его создает, в какой-то степени является демиургом, вот этим древним греческим, так сказать, ремесленником-творцом. Вот. Но он не становится на место Бога. Нет, Бог как был, он так и остается. И это видно. И это правильно. Юрий, скажите, пожалуйста, вы так много работаете, и столько создаете работ, и столько тратите сил, а даже когда отдыхаете, работаете, надо же, чтобы не перенапрячься? Не, ну это же, этот процесс, он постоянный, и он не тяготит. Это обычное состояние, помимо того, что вообще отдых – это перемена рода деятельности. Поэтому, занимаясь со студентами, на кафедре дизайна Университета культуры и искусств, я отвлекаюсь на, допустим, на молодое поколение, которое учу, как надо мыслить, какие образы создавать, как делать композицию, там, в том числе и там, дизайнерские решения мебели, среды, ландшафта. Это как бы отвлеченная тема. Тем самым я не перестаю делать свои работы в мастерской. Сергей Николаевич, и еще один зал, маленький зал, где представлены работы Юрия Макушина, и если можно. Ну да, Юрий Макушин, известнейший наш мастер, кстати говоря, так же, как и вот Юрий Дробинский, он передает свои знания, и очень давно, уже много лет, даже, наверное, десятков лет, преподает на разных уровнях, и сейчас он в университете, в нашем филиале Национального Киевского университета культуры работает, преподает. И он тоже, кстати говоря, много работал в дереве. Работы эти, они в основном такого камерного характера, и мы рады, что мы можем их здесь показать. У них очень ярко проявляется и любовь к матери, любовь к женщине, которая дает жизнь на земле. К христианская тема у него тоже звучит. Ну, может быть, не так много, как у Юрия Дробинского, но вот, пожалуйста, посмотрите, охранитель земли, оберег земли, он ведь тоже с крестом, ведь это, по сути, прямое обращение к христианству.
Хотя это скульптор, конечно, старшего поколения, и он народный художник Украины, и очень авторитетный мастер, и работы у него прекрасные. Они, конечно, в большей степени фигуративны, они ближе, наверное, вот к тем работам, которые были в самом начале, что он все-таки постарше, и у него работы такой... Школа-то у него Санкт-Петербургской академии, той самой, которую Трозрёль заканчивал, немножко раньше, правда. Так вот, работы Юрия Макушина очень хорошо здесь легли на тему этой выставки, потому что он в прямом и переносном смысле традиции бережет и сохраняет, и передает их дальше. Сьогодні, друзі, ми з вами відвідали виставку «Спадщина і відродження», що розташована у Миколаївському обласному художньому музеї імені Василія Верещагіна. Звичайно, що чимало експонатів залишилось за кадром. І тому, якщо у вас буде нагода, відвідайте наш музей. Я, Ніта Рашевська, прощаюсь з вами. На все добре!